Для того, чтобы приготовить вкусную горбушу, не обязательно долго стоять у плиты, достаточно купить рыбу, соль, специи и потратить 10 минут своего активного времени, остальное закончит духовка. Процесс приготовления горбуши прост и доступен, с рецептом справится даже начинающая хозяйка. Нюанс лишь в том, что не стоит снимать сразу же соляную корку, она нарушит целостность филе. Когда соль слегка остынет, она снимет лишь кожицу. Удачи! Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовьте необходимые ингредиенты. В чашу насыпьте 1 кг соли, добавьте яичный белок, 2 столовые ложки воды, перемешайте. По консистенции соль будет напоминать мокрый песок. Противень застелите пищевым пергаментом, насыпьте соль слоем 18-20 мм, примерно на это уйдет треть часть, распределите. На слой соли переложите подготовленную горбушу, внутри рыбу слегка подсолите ароматной солью, добавьте по вкусу черный перец, вложите крупно нарезанный укроп. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Обложите горбушу оставшейся солью. Поставьте в разогретую духовку до 200 градусов на 30 минут. По истечении времени достаньте противень с рыбой, оставьте немного остыть, после, молоточком разбейте соляную корку, кожица прилипнет к соли и снимется, останется одно филе. Подавайте филе горбуши со свежими овощами, она вкусная как в горячем, так и в холодном виде. Приятного аппетита! Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Такие продукты будут нужны. Горбуша – 1 штука. Соль – 1 кг. Ароматная соль для рыбы. Укроп – по вкусу. Перец черный – по вкусу. Свежемолотый. Количество порций – 3. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Заходите на канал снова, котятки.